Добрый день. Мы оказались на лужайке вместе с канадскими гусями. Посмотрите, они здесь как у себя дома. Прилетели из Канады со всех сторон. Вот с этой стороны дороги они никого не боятся. Ни машин. Еще они что-то разговаривают со мной. Ну, поговорите. Ну, красавцы. Это горный штат Нью-Йорк, а мы находимся в районе Сулливан-Колледжа. Это колледж, такой у нас в горах есть, деревенский колледж. Смотрите, сколько их. Красотуще. Красавцы, а небо какое. А небо какое. Машина поехала, они даже не шевельнулись. Я думал, они сейчас улетят. Нет? Красавцы. Здесь пару машин в день пробегает. Смотрите, как они чинно ходят. Они здесь у себя дома. Это их летнее поместье. Вот они сейчас идут через дорогу. Так важно шагают. Посмотри, как они шагают. Ну, пошли все за ними. Так, правда, они здесь... обкакали всю дорогу. Пошли. Ну, я вас пропускаю. Следующий, давай гуськом. Помешали они. Поедете, помешал. Они шли сюда. Теперь разворачивайтесь. Ну давайте, ну идите. Моя мама говорила: гуси-гуси, га-га-га. Есть хотите? Да-да-да. Ну летите. Серый волк под горой не пускает нас домой. Ну, машины потихонечку проезжают. А они свое дело делают, они что не делают? Кушает и какает. Какает и кушает. Вот такая красотища. Горный штат Нью-Йорк. А небо какое прекрасное, замечательное. Ну, красотища. И много там корма. Смотри, как они кушают. Мама говорила, только с накорм. Красавцы. Ну, кто-нибудь взмахнет крылышком? Он уставился, смотрит на меня. Ну хорошо. До встречи. Пока, бай. Гуси-гуси, га-га-га. Есть хотите? Да-да-да. Что они делают? Кушают. Пока, бай.